У меня тут немец попался! Вальтер! Что? That's okay, don't worry. Паспорт. Куда едем? В Донецк едем. Зачем едете? Мы по работе, мы журналисты. Вальтер Михаэль. Я. Deutschland! Фашик, блядь! Ебать ту Люсю! Фашиста поймали! Ну-ну-ну-ну-ну-ну! Я журналист! Гитлер капут! Фашист плохо, очень плохо! Не хорошо! Я журналист! 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 Смотри, смотри, журналист, внимательно. Что эти суки делают, смотри. Оттуда делают. Смотри. Внимательно смотри. Бомбят. Мирных людей бомбят. Дети днем мои в подвале сидят. Бомбят. Оттуда прилетает. Дети и наши женщины в подвале сидят. Выйти боятся. Целый день и ночь они бомбят. Оттуда понимаешь? Надо бомбить. Слушай меня, слушай меня. Ты у фашистов был. Ты фашистов видел. Так вот, они бомбят. Они бомбят, ты понимаешь? Правду напиши. Наших людей бомбят. Ты журналист, правду напиши. Все, напиши, что видел. Правду напиши. Ферштейс, пошли. У нас тут жмуры лежат. Хочешь сфоткать? Пошли. Идем. Не в чистом. Идем, не жди. Мы жмуры лежат. Ладно, хватит прикалываться. Кончай с ним. Свободен. Машина сел. Может, ты и не фашист, но дед твой по-любому фашистом был.